Если меня хорошо слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Хорошо, у меня такое деловое предложение. Может, мы начнем немножко раньше? Если вы с этим тоже согласны, то поставьте плюсики. У меня такая хорошая новость, даже несколько новостей. Мы сейчас уже на тестировании нашей рекламной площадки, то есть еще пару дней. Если ничего не будет, никаких багов, ничего, мы ее запускаем. Соответственно, у нас меняется внешняя страничка, интерфейс. У нас меняются баннеры. У нас меняется наш маркетинг. Но меняется не в плане, что мы сейчас это заберем и что-то новое поставим или урежем там какие-то доходы. Нет. То, как было, оно остается. То есть по этим двум реферальным системам вы как получали, так и будете получать. Мы добавим сейчас еще одну реферальную систему. Это по поводу нашей рекламной площадки. То есть если у вас участники, ну как и у всех они есть, спящие красавцы и красавицы, которые любят кликать, которые любят, не любят вкладывать, не любят приглашать, не умеют, не хотят, не будут, ну, неважно, какие причины. А есть люди, которые просто заходят в проект и просто смотрят рекламку и зарабатывают на этом. С каждого из этих человечков до третьего уровня мы делаем реферальную программу, то есть вы будете зарабатывать. Это плюс к тому, что уже есть. Дальше будут дополняться, не только курсы будут дополняться, еще обучение. Вот буквально позавчера ко мне постучал еще один хороший знакомый, он сейчас тоже проводит хорошие курсы, я посмотрела первый, мне очень понравился, доступно на нашем советском русском языке, то есть без всяких каких-то заумных слов, очень простое, доступное и действительно можно применить. То есть я сейчас с ним поговорю, на каких условиях договоримся. И наш поток денег будет действительно потоком для тех, у кого, кто сейчас уже вошел, кто уже составил компанию, команду, кто уже что-то сделал. То есть, если у вас еще есть активные участники, то именно сейчас, на этой неделе, еще есть смысл их завести, чтобы они видели, что у нас было. Потому что на следующей неделе сайт поменяет полностью свой внешний вид, поменяет полностью. Ну, не полностью, но внутри он тоже немножко изменит. Поток денег это будет направлен на развитие различных проектов, различных направлений, которые помогают развиваться вашим проектам, в которых вы уже участвуете, или, может быть, придут какие-то новые проекты, которые тоже будут интересны. То есть это будет как рекламная площадка, как обучающая площадка, как площадка для того, чтобы вы получали больше трафика, чтобы вы получали больше клиентов на ваши сайты. И еще будет открываться еще одна площадочка, но это будет уже в будущем. Посмотрим, как здесь разовьется. Я думаю, что оно хорошо пойдет. И по потоку самому, то, что сейчас уже есть, к сожалению, у нас есть участники, которые не могут вывести свои деньги. Отношение к деньгам ужасное. То есть поставили вместо Payra кошельков, поставили Perfect. И к моему величайшему удивлению, на все мои попытки связаться с ними, они не отвечают. Как только будет рекламная площадка, я перестану заниматься этим. Я буду заниматься немножко другим. Буду видео по работе, по маркетингу на сайт и так далее. То есть этот этап заканчивается, носиться больше ни с кем не буду. Если у вас есть участники, которые неправильно завели кошельки еще или неправильно завели имейл или что угодно, свяжитесь с ними, пожалуйста, если вы их знаете. По маркетингу я сегодня говорить не буду, потому что я считаю, что маркетинг уже это этап пройденный, вот этот тот, который есть. Когда будет подключена площадка, будет еще вебинар, один, максимум два. На этом вебинары по сайту будут закончены, будут вебинары только по обучениям, вебинары только по продвижению брендов, по продвижению товаров, по продвижению ваших сайтов. Как развиваться в интернете, где брать клиентов, как строить структуру и так далее. Помощи тем, кто хочет. Не тем, кто говорит, что я не могу, потом не приходит никуда и начинаются отмазы. А тем, кто действительно хочет, есть возможность заработать. И вот эти материалы у меня их собралось, у меня лично их собралось очень много.
То есть я максимум хочу их обработать, на это уходит тоже очень много времени, и выложить именно в потоке, чтобы они были у каждого под рукой. Это то, что у нас нового. На сегодня новшеств на этом все. По проекту самому, если есть вопросы еще по проекту самому, по самому потоку, который он сейчас есть, я сейчас включу чат и можете задавать вопросики. Что-то я еще хотела сказать. А, проверьте, пожалуйста, еще ваших всех личников, с кем вы можете связаться. Потому что получается такая ситуация, что если сейчас подключается рекламная площадка, это уже второй этап, это основной этап, то есть подготовительный этап, где мы собирали активную команду, уже заканчивается. Второй этап – это основной развитие рекламной площадки. Это уже никто не будет, ну, я, по крайней мере, не буду сейчас зацикливаться на том, чтобы все правильно регистрировались и так далее, потому что там уже идет немножко другое развитие, немножко в другом направлении, и нужно будет подготавливаться и к урокам, и нужно будет подготавливать людей, и нужно будет полностью мне сосредоточиться на том, чтобы искать партнеров, которые будут продвигать вас дальше, которые будут давать вам материалы, доступные материалы, не, допустим, создайте воронку и все будет хорошо. А вот, а именно то, что действительно работает. Если есть вопросы, то, пожалуйста, сейчас вот в чатик, я его уже включила, по нашей рекламной площадочке будет еще один очень хороший нюансик. У нас будет трехуровневая реферальная система, но, как обычно, я хочу сделать что-то не так, как у всех, и я ее сделала наоборот. То есть первый уровень вы получаете маленькое количество процентов с реферальных, второй уровень это будет больше, и третий еще больше. То есть, так как у нас сеть разрастается, как обычно, в первом уровне находится у нас небольшое количество людей, на втором уровне больше, и на третьем уровне еще больше, то я считаю, что люди ставят всегда, ну, как я из себя исхожу. На первый уровень мы всегда стараемся ставить людей, которые работают, которые заинтересованы не в том, чтобы просматривать рекламу, а в том, чтобы строить сеть, то есть активных. На втором уровне у нас стоят уже в перемешечку люди, как правило, и на третьем уровне у нас уже идет массовочка. Так вот, чтобы с массовочки получать побольше, у нас и процент реферальный будет с третьего уровня самый большой. То есть я решила, что так будет намного интереснее работать и развивать свою сеть и строиться дальше. Теперь, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Если нет вопросиков и всем все понятно, то ставим плюсики. Если всем все понятно, тогда мы будем на сегодня заканчивать. Я буду с вами прощаться. Спасибо, что пришли. Всего хорошего.